Мягкий шоколадный пирог без яиц, без молока и без сливочного масла. Ничего взбивать миксером не нужно. Все смешиваем и в духовку. Итак. 150 грамм сахара, 2 столовые ложки с горкой какао, щепотка соли, ванилин, 230 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем. Далее добавляем сюда же 100 мл подсолнечного масла и 300 мл воды комнатной температуры. И еще раз вымешиваем до однородной массы. Выливаем тесто в форму, размер моей формы 20×35 см, и ставим выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов Цельсия на 35 минут. Теперь готовим глазурь. Смешиваем в миске 2 столовые ложки сахарной пудры, 1 столовую ложку с горкой какао, 2 чайные ложки кокосовой стружки и 3 столовые ложки горячей воды. Все хорошо размешиваем. Покрываем пирог глазурью и украшаем по своему вкусу. Получился мягкий, вкусный, с очень насыщенным шоколадным вкусом вегетарианский пирог. Желаю всем удачной выпечки и приятного чаепития!